Сегодня ДНР празднует главный государственный праздник – День Республики. 7 лет назад народ сделал выбор, который определил судьбу Донбасса. Тогда на референдуме граждане поддержали акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Почти 90% высказались за суверенитет Донбасса. Южная Осетия – одна из первых признала независимость Донецка. В мае 2017 года Южная Осетия и Донецкая Народная Республика заключили договор о дружбе и взаимопомощи. Были установлены дипотношения, расширилось парламентское взаимодействие. Подписаны соглашения между различными министерствами и ведомствами, в частности, между чрезвычайными ведомствами. Глава государства не раз отмечал, что отношения между ДНР и Южной Осетией будут развиваться во всех сферах деятельности, и работа в этом направлении продолжается. Сегодня, когда ДНР отмечает главный государственный праздник, в торжествах по личному приглашению главы республики Дениса Пушилина участие принимает и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Зарина Кочеева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.